Сегодня депутат Государственной Думы России Расул Баташев в рамках региональной недели встретился с воспитанниками Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска. Депутату рассказали о деятельности центра и задали свои вопросы. Подробнее в материале Алихана Лепшокова. Открывая встречу, представители Центра военно-патриотического воспитания молодежи показали гостям небольшой видеоролик о деятельности центра и неоценимой работе регионального сводного поискового отряда «Подвиг». Депутат Государственной Думы Расул Баташев поблагодарил ребят за проводимую работу по сохранению бессмертной героической памяти и заверил, что со своей стороны будет оказывать всяческую поддержку в развитии самого центра. На самом деле народ, государство, регион, который не уделяет время и не уделяет внимания своей истории, у него нет будущего. Как бы не мои слова, но я думаю, вам всем известно. Вот. Мы должны всегда бережно относиться к своей истории, не забывать. После молодые люди задали множество актуальных и занимательных вопросов касаемо деятельности депутата. Ребята узнали для себя много чего интересного о внешней политике страны и о биографии Расула Баташева. В ходе такой открытой беседы депутату был задан вопрос, какими качествами должен обладать человек, чтобы реализовать себя в той или иной профессии. На что Расул Борисович дал молодым людям бесценный совет. Мой вам совет. Каждый из вас уже в этом возрасте вы должны определить, кем вы хотите стать. Ну и, соответственно, идти в этом направлении. Тогда вы обязательно добьетесь. Если кто-то хочет стать политиком, он должен, безусловно, заниматься общественными делами, побольше учиться, побольше интересоваться политикой. Именно на таких мероприятиях ребята могут для себя узнать много полезного. Сами же воспитанники Центра патриотического воспитания говорят, что такие встречи позволяют лучше узнать о работе наших политических деятелей. Депутаты из нашей Карачаево-Черкесии встречаются с довольно-таки очень влиятельными людьми из Азии, Африки. Очень интересно, потому что в новостях этого не говорится, а вот так вот, чтобы сам сел, почитал, ну, очень мало, наверное, такое бывает. А вот так очень интересно. И в завершении встречи по традиции молодые люди сфотографировались на память с депутатом Госдумы Расулом Баташевым. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.